Дагестан оказался на предпоследнем месте в новом рейтинге российских регионов по уровню безработицы. В республике этот показатель по итогам четвертого квартала 2021 года составил 13,6%. Хуже ситуация только в Ингушетии. Там безработица составила 30%. Рейтинг подготовило агентство РИА Новости. Жительницу Хунзасского района подозревают в незаконном установлении инвалидности и получении выплат на общую сумму более 1 миллиона рублей. Следствие полагает, что с октября 2009 года по июнь 2021 подозреваемая, представив подложные справки, получала социальную помощь. В отношении 30-летней женщины возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Следователи будут добиваться, чтобы подозреваемая возместила ущерб, причиненный Пенсионному фонду России. На автодороге Махачкала-Верхний Гунип перевернулась «Газель». В результате ДТП один человек погиб, еще двое, в том числе малолетний ребенок, госпитализированы. По предварительным данным, автомобиль выехал на встречную полосу, а затем съехал на обочину. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Грузовой поезд травмировал двоих подростков на железной дороге в Хасавюрте. Пострадавшие – учащиеся одной из школ города 2008 и 2007 годов рождения. Оба госпитализированы. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил безопасности поведения на объектах железнодорожного транспорта.